Уважаемые друзья рыболовы, всем крепкого здоровья. Сейчас 3 часа ночи, нахожусь на одной достаточно отдаленной от населенного пункта железнодорожной станции. И сегодня я стартую на рыбалку на Горьковское море. Всего каких-то 26 часов пути, и мы с вами встретимся с одним очень интересным человеком в гости на рыбалку, к которому мы с вами и едем. Друзья, 26 часов пути осталось позади. Приехал я на вокзал в Нижний Новгород. Встретил меня Саша Зайцев. Всем привет. И сейчас мы едем на Горьковское море на рыбалку. Я думаю, что самая крупная сорога величиной больше килограмма нас будет прям ждать. Потому что долго-долго мы собирались. Примерно... сколько мы? Года три, наверное, года, да? Года три, да. Да, года три. Хотели встретиться, и вот наконец-то свершилось. И у меня отпуск, и вроде как бы рисует на ближайшие 5 дней хорошую погоду. Надеюсь, что все пройдет безо всяких эксцессов, то что половим рыбку, отлично проведем время, запишем кучу позитивных видосов специально для вас. Я думаю, что для большинства рыбаков, которые все-таки смотрят безмотыльную рыбалку на ютубе, то, что мы решили в этот год сделать, это прямо будет очень, мне кажется, интересно. Да, я надеюсь, Володя меня хорошо дополнит, потому что не очень, честно скажу вам, ребят, я люблю снимать на видеокамеру. Вот только что сейчас с Володей об этом говорили, поэтому Володя это делает профессионально, у него получается круто, поэтому надеюсь, что запечатлим вообще все моменты, все как оно и есть. Местный юмор. Да. Я помню табличку со словами этот пес-псих, кот-маньяк. Да. Лампочка перегорела. Напомнишь, если что, ладно? Знаю. Короче, такая вот рыбацкая хата. Во. Чисто для рыбалки. Заточена. Во. Класс. Мне все нравится. Пожалуйста. О-о-о. Улов. Улов вялится. Красота. Друзья, товарищи, мы заправились пельмешами и сейчас отправляемся на горе-море искать свое счастье. Что, господа, приехали мы на берег Горьковского моря. Сейчас вот выгнали снегоход из гаража, загрузились. Конечно, утром мы потеряли сегодня конкретно, потому что пока дорога, пока тут покушали. Ну ладно, бог с ним, у нас там 4 дня впереди еще. В общем, сейчас поедем искать. Думаю, что-нибудь найдем. Я прям чувствую, что что-нибудь найдем.
весна все-таки. В общем, приехали мы сейчас на точку с Сашей. Вот туман, кругом полно рыбаков. Если здесь сейчас есть рыба, то аккуратненько бурим, аккуратненько ловим, не машем руками. Надеюсь, что нас никто не обурит, если рыбка здесь есть. Если нет, значит, попрем дальше, да? Местечко здесь хорошее, очень перспективное. Вот, я его всю зиму проверяю так аккуратненько. Буквально 1-2 лунки сильно не забуриваю. Угу. Вот, надеюсь, что она все-таки сюда придет. Вдруг сейчас стоит. Правда, плохо тут базаром неподалеку. Ну пока туман, нас вроде не видно будет, да? Ну да, главное громко не кричать и руками не махать. Да, громко кричать точно не будет. Точка называется стволы. Здесь нет сильных коряк, но такие ветки длинные, одна где-то метра на полтора высоту. С эхолотом, вот когда я ходил здесь летом, четко прям видно стволы. Ну что, давай сейчас скрестим пальцы и опустим, ну, посмотрим. Первая точка, она... А вдруг? Будем сегодня ездить до тех пор, пока не найдем. Хорошо. Вон они, видишь, эти стволы? Вон, угу. Видишь? Угу. Вижу. Вон такая длинная палка. Их здесь много, вон еще одна. О, рыбу что ли? Да, рыбу смотри. Рыба. Окуня. Вон еще окунь. Окунь, смотри сколько. Окуньки, да. Причем активный. Угу. Смотри прям. Ничего. Будем делать. Хороший. Смотри прям. Это прям хороший. Вот и солнышко. Даже несмотря на то, что на первой точке было засилье окунька, причем достаточно упитанного, мы решили ехать дальше. Для того, чтобы найти морскую сорогу, морскую плотву. Да, а окунь не будем размениваться. Ну что, пробуем бурить? Да. Сейчас будем забуривать и искать. В общем, ребята, объездили мы достаточно большое количество мест, но, к сожалению, рыбки нигде мы не увидели. Поэтому сейчас поедем ближе к берегу, в так называемый базар, да, поближе к людям. Да, народ там сидит. Народ сидит, вроде как бы полавливает сорожку, но не крупную. Ну вот попробуем где-нибудь там, может быть, между людей забуриться и попробовать поймать свою рыбу. В общем, ребят, говорим тихо, потому что нашли рыбу наконец-то. Вот. Всего две лунки, и там плавают такие большие батоны. Вот. То, что сейчас будем потихонечку ловить, пока нас никто не заприметил. Короче, народу показывать не будем ориентиры, но тут народу прям со всех сторон сидит. Тут роты три на заднем плане. Да. Вот. Саша, ты сейчас на чём, на какую мормышку ловишь? Слушай, да не знаю, возьму колокольчик. Глубина позволяет, как раз там 2 метра с небольшим, да? Или 2, или 3? Ну да, около 3. Да, около 3. Начну с нее. Ага. Ну, я думаю, там активность такая, что сейчас кидай что угодно. Будем на это очень сильно. Давай. Потому что, по крайней мере, мы нашли уже от чего отталкиваться, потому что мы не столько мест проехали уже, я не знаю, куда ехать. Я сегодня набурился умных ребят. Да. Сколько я, наверное? Мне кажется, полтос-то уже долбанул. Полтос я сегодня точно долбанул. Точно. Ну все, давайте. Давай.
Сорожина какая здоровая попала. На паузе вверху. На нимфошарик соблазнилась. Такой вот классная рыбка. Вообще прям зачет. Сегодня каждая рыба прям на счету. Я реально вымучиваешь, просто на морально-волевых идешь. Каждую рыбку вымучиваешь, вымучиваешь и вымучиваешь. Вот она какая красивая. Реально здоровая рыбина. На нимфошарик вот такой вот с красной головочкой. Огонь. Вообще огонь. Сопротивлялась так хорошо, приятно. Ух, рыбка какая классная. В общем, прорыбачили мы на одной точке примерно часа, наверное, 3. Улов вы сами видели, улов не ахти. Вот поэтому сейчас поедем проверять еще одно место и уже будем заканчивать этот день, потому что уже кончаются силы. Потому что сегодня мы уже не спим где-то, наверное, часов с 2 утра. Вот так что и у меня, и у Сашки силы заканчиваются. Надо потихонечку собираться и ехать домой, кушать, отдыхать и готовиться к завтрашнему дню. Прилетели мы на вечерку на одно место, которое Саша совсем недавно со структурника переписывал в навигатор. Засунули камеру, и глаза у нас стали по 5 рублей. Потому что здесь плавают лещи, и здесь плавает здоровенная плотва, которую мы сейчас будем пробовать ловить. Может, еще и судак. Должен быть где-то рядом. 100%. Ну да, может быть. Вот, народу кругом никого. Все потихонечку сваливают домой. Если нам сейчас повезет, рыба начнет клевать. Ребята, это будет просто шикарно. Огонь просто. Кушок попался некрупный. На чертика.
Здравия, Саш. Вот, блин, да, долго я спал, да? Надо было раньше собраться. О, красота вообще, слушай. Вот, вот, вот. Поближе. Вот. Вообще. Слушай, блин, а. Капец. Руки теперь еще теперь больше. Теперь дриблинг трясутся. Будет конкретный. Нормально. Вот она морская. Это вот морская рыбалочка. Это я люблю. Класс. Так, ну что, пойду я отнесу его. Давай. Ну что, друзья, товарищи, первый денек завершился. Я бы не сказал, что оправдались прям какие-то надежды, которые я питал, пока ехал на горе море. Однако, все-таки плотву хорошую, большую. Ну как большую? Для меня она большая, для тебя она уже как бы среднестатистическая. Я поймал, окунька своего красивого я поймал. Ну и вишенку на торте сегодня вечером заколбасил Александр. Да, 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 окунек хороший был. Но, конечно, рыбалка сегодня никакая, если вкратце. Тоже сейчас звонил ребятам, кто тоже ловили на море, но уже как в других районах. Ну, в общем, у всех плохо. Также пусто. Не знаю, может, сегодня день такой был неклевый. Слом погоды. Вчера был дождик. Весь день лил. Потом снег пошел. Сегодня вот ясно, можно сказать, было. Ну, так местами. Облачка. Ну, в общем, не знаю. Спишем на погоду, короче. Ну да, по крайней мере, под лунками рыба есть. Мы ее нашли. Ну да, рыбу сегодня, да, видели. Да, рыбу видели, хорошую рыбу видели под лунками. Но, к сожалению, она плавает, и она отказывается клевать на мормышки. Я сегодня реально менял достаточно большое количество мормышек. Прям вот реально много, десяток точно я поменял. Но, увы. И все три рыбки, кстати, были пойманы на разные мормышки. Ты, Саш, на что поймал окунька? Слушай, окуня поймал на черта. Вот. Нашли, ну, мы с тобой нашли леща в перемешку с сорогой. Вот. Поставил сразу крупного черта. И, в общем-то, там с 10-й проводки, с 15-й я его уговорил. И рыба растворилась, как это обычно бывает. Нашли на ракушке. Сильно не бурили, было все две лунки. Поймал одну рыбину, камеру опустили, рыбы нет. Вокруг все избурили, рыбы нет. Да, я сегодня неплохо так покачал. Да, ты сегодня нормально. Руки. За двоих сегодня побурил. Лунок 70, наверное, за сегодня. Да, уже. Да, сегодня конкретно побурили. Вот. Не пошагали, но зато конкретно так побурили. Кивочек, я смотрю, у тебя тоже самодельный, да? Ну да, кивочек самодельный. Самодельный нержавейки. А лесочка 0,12? Лесочка 0,12, да. Ну, это да. У меня такая как бы снасть на крупную рыбу. Боевая удочка, все понятно. В общем, у нас впереди еще 4 дня. Сейчас мы поедем домой. Не знаю, наверное, возьмем каких-нибудь пельменей. Заварганим. Нас впереди ждет. Я уже, наверное, без пельменей, да. Сейчас приеду и сразу просто? Прям рухну. Да. Да. У меня прям настроение поспать дикое. Ну да, мы сегодня конкретно так устали. Я приехал сегодня, получается, в 3:20 по местному времени. По московскому, получается. Ну, тоже толком не особо не спал, но у меня сегодня было энтузиазма больше, чем у Саши, потому что для меня это новый водоем. Я 3 года мечтал здесь побывать, наконец-то я тут появился, приехал, и вот я сегодня уговаривал рыбу местную, как мог и как не мог, тоже ее уговаривал. Ну, вроде что-то получилось, что-то начал но понимать. Ты меня обловил первый раз и поймал больше. Это мы спишем на то, что я сегодня шел на морально-волевых. Хорошо. Вот. В общем, ребят, у нас еще впереди 4 дня. И я надеюсь, что все будет продолжение хорошо. Продолжение будет. Да.